мы будем чествовать главных героев этой гонки. Начал вечер Антонио Феликса Дакошту и Стефеля Ван Дорна. Но Ван Дорн, надо признать, сегодня был просто недостижим. Увидел победу в квалификации и затем был позицию. Он конвертировал в победу в гонке почти на 6 секунд, опередив Антонио Феликса Дакошту. Так или иначе, оба пилота, которые перешли на первую позицию, отыгрывают значительное количество очков у лидера первенства. Кевин Магнуссен за счет неудачно провел первую гонку этого уикенда. И пока что он сохраняет первую позицию, но перед завтрашним днем ситуация в турнирной таблице в главном классе мировой серии Рено, в формуле Рено 3,5 литра, обостряется. Ну а сейчас хочется обратиться к болельщикам. Как вам первая гонка этого уикенда? Сейчас на пьедестал почета. Трех призеров по итогам первой гонки пятого этапа сезона 2013 года Формулы Рено 3,5 литра на самом современном автодроме России, сердце российского автомотоспорта на трассе Москва-Рейсвей. Третье место к этому только что завершившейся гонки завоевал голландский гонщик его команды Тегарин Рейсинг Найджел Мейкер. Сейчас флаги над подиумом, и в честь победителя Стефеля Ван Дорна звучит гимн Бельгии. Стефель Ван Дорн, ваша звезда!
напомню, что второй заезд в этой классе состоится завтра. Ну, что касается церемонии награждения, то она еще не завершена, потому что мы сейчас будем приветствовать лучших дебютантов по итогам этой гонки. Сергей! Пойдем погулять!